Всем привет, салам, остальным соболезную, связи Цезарь. Как и обещал, записал для вас ролик о том, как тренироваться, развивать свою стрельбу и мувы. Если вам понравился подобный формат, вы можете написать в комментарии, о чем записать следующий ролик. В начале ролика много вступительной воды, поэтому кому лень слушать вот это все, в описании будут тайминги, можете перейти, чтобы не тратить свое время. Если наберем 800 лайков под данным роликом, то выпущу новый ролик о том, как пробиться в какую-то ФМУ, фракцию, на инвайт и так далее. А пока напомню, что игра на сервере Majestic RP3, вводите мой промокод Цезарь на всех серверах, получайте крутые бонусы. Сейчас наша ФМА играет на первом сервере за Фэмельс и на втором за Берзлой. Кто хочет потулиться и делать движ на серверах, залетайте. Победитель с конкурсом столько у вас на экране. Для участия нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и поставить колокольчик. Ссылка на Discord Банхаммер, где находятся лучшие моды, часто конкурсы и так далее, уже в описании. Залетайте и всем приятного просмотра. Многие знают, что мы продаем инвайты в Академию Банхаммера, в которой мы учим новичков играть. В самом ролике я уже расскажу на опыте тренировок, о том, что не знают новички, их главные ошибки и так далее. В принципе, сам ролик это было легкое описание, как развить свою стрельбу и мувы. Сама же Академика построена на том, что люди тренируются каждый день и чифы им описывают их ошибки. В общем, если до вас не дойдет и вы такие, ну тупо головенькие, то советую вам просто накопить и купить инвайт. В нашем дискорде как раз идет конкурс на 2 инвайта в БХ и еще кучу призов, поэтому залетайте. Ну и также сделаю скидки 50% на инвайт в БХ в честь ролика. Продлятся они 2 недели. Поэтому, кто хочет успевайте и переходим дальше. Начнем с того, что для начала нужно настроить игру так, чтобы вам было удобно стрелять. FPS дает большое преимущество, поэтому советую настроить игру так, чтобы в первую очередь у вас был большой FPS, а потом уже смотреть на красивую картинку. Мои настройки у вас на экране. Также не забываем про сенсу, подгоняем ее под себя, лично у меня стоит минимальная сенса в игре и 400 TPI. Тренироваться советую на гангейме Majestic RP. Среди гангеймов других RP-серов и DM-серов более подходящий будет Majestic. Так там удобная система и подходящие противники, а не слабенький сброд на одном DM-сервере. В первую очередь перейдем к стрельбе. В основном стрельба в GTA идет фаскопами, либо недолгим удержанием ПКМ для точности выстрела. В основном фаскопы я использую вблизи, так вдали лучше давать прицельные ПКМ шоты. Перекаты лично я использую для обновления реги, либо резко впритык, чтобы противник не попал по мне шот. На гангейме нужно оттачивать фаскопы, не акцентируйте внимание на ФКшников, стреляйтесь в ближних челов, которые двигаются. Нужно паниковать из-за того, что вас не регает, так как на гангейме ваша задача дать максимальное количество шотов, а не взять топ. Но если вас почему не регает шот, то делайте перекат, после которого должна обновиться регистрация. Бейте это фривы, чтобы во время коптов или файтов не умереть из-за плохой реги. Если у вас не получается попадать со скопов, то лучше постойте подольше в ПКМ, чтобы точно попасть. Помимо всего, можете ловить противников на выстреле, чтобы легче было попасть, но при этом сами пытайтесь не станиться и не стопаться на выстреле, так как вас будет легче попасть и быстрее скинуть. Теперь перейдем к движениям. Вам нужно понимать примерно стрельбу игры, двигаться не дефолтно прямо, а по нестандартным траекториям, бегать змейкой, кружить и тому подобное. Также пытайтесь отыгрывать от выгодных для вас позиций, различных преград и так далее. Ваша основная задача думать так, чтобы все было выгодно для вас и удобнее. Переиграть противника. Тренировать позиции можно в том же гетто, например, файтиться на бордюрах у мегамола, у ВП и так далее. На этом в принципе все, основу вам рассказал, дальше уже задача понимать и развиваться. Помимо всего выше, вы можете подать заявку в Экзол и тренироваться там у чифов. Ссылочка будет в описании, также в создании ролика помогал Вита, ссылка на его канал будет также в описании, поэтому, брат, вас залетайте, кому не сложно. Подпишитесь там, передайте привет от меня и всем удачи и пока.